поселке Курфовском разбойник-одиночка ограбил операционную кассу коммерческого банка. Его добычей стали 100 тысяч рублей. Объект нападения – мини-филиал, в котором работает всего один человек. Основная функция – прием платежей. В небольшом помещении нет охраны, однако кассир располагает тревожной кнопкой. Женщина воспользовалась ей, но уже после того, когда вооруженный ножом преступник бежал прочь. Действовал он следующим образом. В помещение пришел незадолго до обеденного перерыва, спрятался за дверью, совершенно незаметно и для посетителей, и для кассира. Когда настало время перерыва, женщина пошла закрыть офис. Налетчик атаковал ее неожиданно из близкой дистанции. Брызнул в лицо перцовой струей из аэрозольного баллончика и, угрожая ножом, поволок женщину на ее рабочее место. Испуганная потерпевшая сопротивляться не стала и выполнила требования разбойника. У полицейских имеется его подробное описание. В помещении установлены видеокамеры. Это мужчина славянской внешности среднего возраста. Он был в кепке и противосолнечных очках. Все это было средством скрыть внешность. По горячим следам налетчик не задержан. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Соколова и Андрей Алферов.